Так, короче, надо начинать с того, чтобы учиться, как это его все носить, держать и все остальное. Я даже уже первая кровь пошла. А где это ты уже? Ах, тоже. Наверное, сапоги одела. Ну, такая попа будет сегодня. Держи. Я выношу. Ты наговоришь, да. Ты наговоришь. Все, снимай резинку. Давай эту резинку. Запиши, пожалуйста. В карман ее возьми. Пусть она пригодится. Тебе не надо? Давай. Одень, может. Нет, в смысле. Не надо, пускай в кармане лежит, потом отдам. Так а зачем она мне? Я вот тут взяла. Угу. Носить лыжи. Там столько, оказывается, когда не знаешь, когда не придаешь значения. Тогда, конечно, так. Какой же думаешь, зачем она надо? Ну, когда начинаешь придавать значение, это не надо. Понимать, что это надо. Да хорошо, туман, никто не будет видеть ничего. Да не говори. Так что в Татьяна день, Татьяна начинает катание сегодня. Вот. Пальцы пообдирала уже. Сейчас. Кто бы мог подумать? Да, не говори. А ну, одень эту маску на очки. Не трут они, нормально? То нет, есть закрывает. Нет, они специально сделаны, Саш. Все. Тут специально вырез такой. Да. Я, честно говоря, вот этих старых. Угу. Ну и обзор хороший. Но тебя потряхивает сейчас немножко. А? Потряхивает от волнения. А жучки так трясутся. Нет? Ну хорошо. Шо, да уже все, уже дороги. Да назад. Уже все. Дороги да. Назад. Только нет. Вперед. Вчера ты нас смотрел. О, в туманчике будем. Тогда на метр от меня не отходи, чтобы я тебя видел. Так, и эту клипсу надо снять. Смотрю, думаю, что за клипса. На, эту клипсу в карман. Под замочек. Угу. Этот палок. А ну возьми, все нормально, отлично. А я видела у тебя подлиннее, мне кажется. Мои подлиннее, да. Мои подлиннее. У тебя 100... 115. Сколько? 115, у меня 120. Так, а тебе что, удобнее? Да, мне, я и без палок езжу. Я забыл палки, надо же учиться вообще без палок. Но ты будешь с палками, потому что тебе будет очень сложно. Хара, прима сангуэ. Йо. О. Йо. Блюд. О. Yeah. На, сейчас он побежит за этим. За скидком. Я сейчас уберу фраги по кассе, об себе пластырь. Все, сейчас в кассе будет пластырь просить. Да. На, на, на. Скажи, у меня хорошее сворачивание крови. У нее... Ich hab hier mit den Kanten. Да, он кантом порезал лицо. So getragen. А, я. Тут же этот самый... Кант. У тебя что же? Да, это, да. Как она называется? Железный? Железный, да. Угу. У меня титан. Холодно. Я, наверное, не привыкла. Ты прав, что-то да. Что-то петрушует. Ну да, нет, нет, я вижу, я ж наблюдаю, что это легкий паркинсонизм начинается. Ирине hat angerufen, sie wäre am Montag abzuholen, Sascha. Значит, живем мы в Унтерзагрице, помнишь, да? Uh-huh. Унтерзагрец. Потому что если мы тебя не найдем, то чтобы ты сказала, чтобы куда тебя довезти. Я вот это сниму. Ирен? Монтак, я съем. Монтак, какой? Йо, да, сум. Свои уа, вы их сняли. Свои уа, йо. Сузамен, йо. Да, швеста хельфен. Йо, йо, да, сам я алис, да. Пилот, пилот, швеста, пилот, а вот она живет. Ага. Третий этаж. Да, третий этаж. Последний вот этот. Там она живет. И всегда близко, выходит курить. Прям... Когда туман в Унтерзагрице. Раухан. Небель, да. Фильм Небель, да. Ирен. И вэу-вэу-вэу-вэу. Сигнализация. Как удобнее стоять. А, это Россигна. Очень тоже фирма классная. Очень классная. Ну, костюм у тебя очень дорогой. Ты брала дорого его. Нет. Что-то где-то 400 евро, наверное. Я взяла его за 190. Весь костюм? Весь костюм. Ну фирма дорогая эта. Да. И опять же в Декатлоне? Нет. Есть у нас такой...
Но Декатлон тебе понравился, да? А я в Декатлоне все абсолютно покупаю. Дай тебе поправлю, а то ты... Сейчас оделай. Стой, стой. Поднимай голову. Зачем ты снимаешь шлем? Все. А что я должна? А так удобно или нет? Я в Декатлоне еще все покупаю, абсолютно. У меня у Олега нога здоровенная, ему так тяжело обувь подобрать. Да? Я только в Декатлоне беру. И все вот эти вот, всю обувь я ему беру в отделе. Я знаю это. Это американская там, вроде где бы. Плавать. Знаешь, а, вот где плавать. Вот, яхты, все остальное, как оно называется. Там оно... Тяжело стоять, да? Тяжело. Ну, вот так. А. Подумать, а? Я в Альпах. Жила тебе и жила, скажи, да? Да? Жила. Старая тетка, скажи. Нет, надо же было прицепить лыжи. Никаких забот, ничего. Нет, надо взять на голову приключения. Драйва не хватало. Да. А что теперь? А теперь уже все. Дверь закрыта. Едем только вперед. Да. Ключи от машины за дверью. Да, все, да. Ну тебя на снегу легко будет искать, потому что черный костюмчик. Саша, ты как-то такие темы поймешь. Не бой, ты только не волнуйся, да. Как яралаш и все. Вы только не волнуйтесь. Ну а в душе что сейчас? Вот какое? Спокойствие. Спокойствие абсолютно. О, видишь. Это хорошая психология человека, значит. А у тебя какой размер? У меня 27, а у вас какой? Ну, у меня, я не знаю. У тебя 26, как? Наверное, с половиной. Да? 26 с половиной, наверное. У тебя даже более тендит. Нет. У меня и у Харальда одинаковый. У Харальда одинаковый размер. Я 40. 40? 40. А, 40, 40. Ja, da glaube ich, könnte es 42 ja. sein bei den Schuhen. 42? Ja, aber sonst habe ich 40, 42. Ja, ja. Oder? 42 у меня 40. У меня дело в том, за счет вот этой косточки, у меня началось смещение второго танца. А. Говоря, что я на работе полностью хожу на максилитон. Потому что по-другому я ходить не могу.